Здорово. Ну какая, как обстановка? Да никакой. Видишь, все, чисто, нищий, все, нищий. Чисто, хорошо. Нищий, да. Чисто, куда все он, для города. Просто не бывает. Вот то, что вот здесь вот людей разогнали, это просто простое упрямство. То сейчас я оформляю, все бумаги уже готовы есть, то есть вопрос двух недель. Зачем это надо было делать, третировать, выгонять, когда иски, все равно... Иски будем предъявлять? Я буду, конечно, в юридическом порядке, я безусловно, причем это будет на все мои инвестиции, на все мои три дома. Собственно говоря, почему силовой вариант горуправа выбрала? Потому что она понимала, что если я, у нас будет спор, как положено решаться в суде, поскольку я инвестор, то исход ее неизвестен. А так взяли, уничтожили просто. А, вот а теперь ходи проси. Все не размечают. А это вот мнение, значит, вот эта вот территория, та, которая отходит к этому дому, вот. То есть я еще раз подтверждаю, что вот последние вот эти вот безобразия, когда у меня уже было техническое задание на руках по границе, да, то есть можно было вот это все вот это не делать. Зачем? Чтобы потом прийти вот им самим же взять вот так вот и разметить. Они теперь помечают границу вот, да, участка, который, да, все-таки может использовать. Да, 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 да. И, а при этом они до этого все снесли. Вы сами все видели, да. Вот это замечательно. Это поддержка малого бизнеса. Ну, то есть тут, получается, столбики стояли там, а вот теперь желтеньким пометили, да, на метр. Да, но если, но дело в том, что если бы вы пришли бы и цивилизованно, допустим, сказали бы мне, там, уважаемый, а ты где столбики-то поставил? Вот тут надо ставить столбики, там, или вот тут надо ставить столбики, то не было тут никаких бы этих драм. Зачем? Драмы-то никому не нужны. Зачем здесь 20 милиционеров в сутки дежурили там, и люди рыдали здесь? Я просто не... Может быть, это показать, что власть работает, но в этом ли смысл? В том, чтобы нам драться? Еще чего-то там. У меня есть проекты, проекты интересные, проекты поддержанные, 25 лет в Калуге. Вот есть грамоты за вклад в развитие города.